Готовим вкуснятину из тыквы. Разрезаем тыкву. А семечки потом пощелкаем. Мелко нарезаем 350-400 грамм тыквы. Ну или натертки натираем. 3 стакана молока и варим тыкву. Стакан пшена промываем раза 3 и заливаем кипятком минут на 10. Чтобы горечь убежала. Молоко закипело, пшено отправляем и варим, пока не сварим. Скажу по секрету, пшено можно заменить на рис. Сахар, соль по вкусу, можно добавить изюма, ну или кураги. Кашу маслом не испортишь. Приятного аппетита!